Букет цветов вместо поднятого жезла. На предмостовой площади Саратова женщин за рулем останавливали сотрудники автоинспекции. Но не для того, чтобы зафиксировать нарушение ПДД, а чтобы поздравить с наступающим Международным женским днем. Эту акцию в преддверии 8 марта организовали Саратовская госавтоинспекция и спонсоры. Из потока машин постовой выбирал те авто, водители которых ехали, соблюдая все правила ПДД, пристегнутые ремнями безопасности и с детьми в специальных креслах. Законопослушным автолюбительницам дарили тюльпаны и наборы автокосметики. За час автоинспекторы поздравили более 50 представительниц прекрасного пола. Неожиданно, правда неожиданно. Я забыла, что преддверие праздника как-то, забыла. Забыла, что женщина, потому что заботы, тревоги какие-то, чего-то, дела. Это просто шикарно. Когда мужчина дарит цветы, это просто высший класс. С каждым годом за рулем все больше и больше женщин, девушек. Поэтому нельзя не поздравить, пожелать безаварийной езды. Вот. Ну и счастливой дороги.